Да, всегда запас. Да, давай начинаем лечебные процедуры. Ну а что ты думал? В Индии коровьей мочой каждый день умываются и полоскают рот. Вот. Поэтому все индусы такие здоровые, и их так много. Теперь точно мозоли не будет, да? Мозоли, все. С ними тоже покончено. Вечная молодость. Нет морщин. Ой, надо запить. Ну да. Без него давай. Карточка красивая, детям. Вань, вафельки еще есть. Да. Две, ребят. Это я. Кто-то сочкует. Серега. Ну это что? Это очень подозрительно. Сели. Есть. Надо собираться, шоколадку, да? Просто еще сверху. И вафельки не очень вкусные. Давай-ка. Вань, давай. Хорошо, вафельки это запомнили. Ваня потихоньку разгоняется. Я могу сказать, Тима, это в лицо. Говори, говори, говори. Знаете, Петр, как он стал. Не особо-то рецептик. Кто идет мыть посуду? Знаешь, что он тебе скажет? Ну, что вы себе позволяете? Это не он, не он, не так. Это наш сказал бы. Что вы себе позволяете? Да, тут не надо. А я вам под куст. Это кусты, да, ты видишь, кусты. Там никто и не трогает. Ну, сады. И вообще для растений кава все корыстно. Ну, всегда... они подумают, что ты просто нагадила. Да? Ясно. Да у них таких смачных какашек не было сроду. Чебачил им тут каву. Ладно, пакеты пока не готовы, да, с едой? Для... сейчас я посую. Поэтому кто-то жил, кто-то бродила, помойте, или кто-то посудит. Рванула. Этот вот остался. Так в землю можно закопать, ну по крайней мере. Им лень. И тут камни, они тут колышки, куда тут копаешь? Тут же почему огородов нет? Ничего не растет. Вань, хлебанешь водичку надо? Да, хлебану, я... А банку же все равно выкидывать. А банку можем, можем он даже как взять. Как рассказывал, я помню, Яську, он хотел делать. Нам что-нибудь надо в банку такой насыпать? В Карпаты. Марин, с них выпал. Банка нам нужна? Или тоже выкинуть? Не замела, у них есть снегоуборочные. Я думала, может, если там какая-то, это же магазин, может, там есть какой-то. А вы, мужики, что бухали вчера, они все скинули прямо возле скамейки. Там лежит 12 банок пива, из-под пива. Это очень ленивый. Люблю вас, Карпаточки. Так, стоп. А я вчера Валерий рассказывала. Гуцун всегда был самодостаточный, богатый. И сложишь, да? Кого? На все испортил. Всех и все. Да серьезно, их очень испортил. Да, это где? Самое время распаковывается. Он тупо протекает. Хотя же понятно, что нет. Он потеет. Ты потерял замок. Ты потеешь, и он потеет. Долго здесь? Ваня, ты сухой внутри? Ноги нет. А тело? А там тело. Ну, вот такое ощущение. Под пончо. Ну, вряд ли. Под тепло. У него он как отскакивает. Это как отскакивает? Лучше бы оно от ботинок отскакивало. Не, ну ботинки все, знаешь что, даже собака. Даже мои красивые. Так недалеко. Марина.
тебя потрясающая шляпа. Если долго по тропинке, то под прокатил бежал. А, Нет, это не барышня. Это Зорро. Все. А, нет, как это? Это человек. Это все. Что делает? Это делает. Это собака, да? Нет, черепашка ниндзя, посмотрите на нее. Это Лео. Черепашка ниндзя. Леонардо. Да, вы такие классные ребята, как будто вам весело вообще. Карпателин. Тупо весело. А ты карту спрятала? Тупо весело. Вот этот тропат пересекается с дорогой, и нам остается 300 метров на выход на дорогу. Где мы тяжело определить? Да. Ну, то есть на открытую дорогу. А когда она пересекается с дорогой? А тут тяжело понять, где мы находимся. Реально, никакого знака нет. Отдавай я сейчас. Не, не надо. Нам надо идти. Просто иди. Окей? Просто иди. Я могу дать. Нет, тут мне нормально, мне нравится. А вот... Ага. Ворота закрыть. Окей. Ничего ж не видно. Ничего не видно. О, потечок. Ну, такое. Монстр коверки. А что, мне добрый день, еще один? Добрый день. Что, день. Да. Игушки, бутылку встал на стил. А что, как? Что я и до самого, да, я на то бачу. Так что вы с вами пшел в сада, блин. Давай, Сашка, люби. Це та й похолодний марш, блі. А вже що ж так? Давай, Сашка, качай. Ще раз! Thank you.
Хорошо. Ну так вам еще зайдем. Да. Хорошо. Буду ходить. Спасибо. Есть талант, к примеру, да, когда человек талант. А есть ну, ремесло, да? Ремесла, да. Вот, ремесла нет. Да. Вторая пачка есть. Фу. Маринка все продумала. Вторая пачка. Так переживайте за перец. Перец, хлеб. Хлеб, да, хлеб это важно. Это котлета. Это большая котлета, нет, жидкая. Конечно, это запеканка. Потому что мы за здоровое питание. Что, надо... Если а должно очень хорошо усваивать, усваиваться. На водой пойду за водой сходить. Хорошо. Вот наша жидкая котлета, чай, она будет хорошо усваиваться. Да, да. Чай. Еще... Просто дыма много. Туда. Плакать. Ну, от дыма, конечно, не грех.